Моя большая внучка. Смотри, тут она не может остановиться уже. С днём рождения тебя! От бабушки Маргарита. От бабушки? Угу. Не плакать! Крепко, крепко тебя люблю. Так, он что тебе? Энергетик подарил? Опа-ла. Ну что, настал этот день, закончились каникулы. Я не вижу ваших улыбок на лицах радостных. Все, закончились каникулы. Всем привет. Так, Маргарита уже ушла. У нее сегодня рано. Макс, пойдем быстрее. Каролину до автобуса нужно. Вот такой вот у нас туман утром. Не знаю, сколько сейчас, но вот когда мы проснулись, в 7 часов утра было 4 градуса. Я уже третий день пытаюсь заснять влог. Начала снимать в субботу. Где-то полдня поснимали, потом у нас были дела, ездили по делам. Влог не доснимала. Думаю, ладно, в воскресенье досниму. В воскресенье нас пригласили в гости. Мы поехали к другой бабушке, к моей свекрови. В общем, там мы пробыли почти целый день. Опять ничего не поснимала. Сегодня понедельник, 18 октября. День рождения Маргариты. Сегодня ей исполнилось 13 лет. Первый день школы, все, закончились каникулы. Вчера я пекла торт. Маргарита не захотела покупать торт. Она сказала, что хочет торт медовик, ее самый любимый. Поэтому вчера я ночью пекла тортик. Пока все спали, я возилась на кухне. Отмечать сегодня особо не будем. Придет подружка. Поужинаем, задуем свечи, поедим тортик. А 21 октября день рождения у нашего папы. Отмечать он тоже не хочет. Но в субботу мы пригласим бабушку с дедушкой. Не знаю, если приедет еще его сестра со своими детками. И вместе Маргарита с папой отпразднуют. Тортик еще немножко намажу сверху кремом. У меня остался крем. И посыплю крошкой. Приятного аппетита! Привет. Теперь я не одна. Я раньше всегда одна дома была. Время так быстро пролетело. Уже 10 часов, 10:30. Через час придут дети. А мы только завтракаем. Что-то у нас колбасы нет. Сыр будешь? Надо в магазин. Нет, надо в магазин. Сыра нет. А нет, сыр есть. Колбасы нет. Йогурт, что ли, поесть? Ладно, йогурт съем тоже. Макс, у Маргариты сегодня бездой. Напиш, вот так. Сильно-сильно давай ее обнимай. Сильно. А мои волосы? Так нужно обнимать, а не виснуть на ней. Бабушка вышла. Это вы сами делали? Нет. Это, день рождения было у кого-то. Понятно. Да я тебе обниму девочку мою, красавицу такую. Она у меня мама выросла. Я очень-очень люблю. Подарок вечером получишь. Хорошо. Ладно. Как дела в школе? Хорошо. Хорошо. Бабушка что, плачет, что ли? Я да, конечно. От радости, ага. Что у меня такая большая внучка. Правнучка. Наоборот, гордость, что 4 правнука. Да. Ну. Так, Маргарита сейчас будет заказывать себе подарок на день рождения. Сейчас? Ну да. Мы просто, я хотела ей карту подарить за Ланду, чтобы она заказала себе обувь, потому что она хотела вот такие вот вансы. Либо такие, либо вот такие в клеточку. Вот. И нужно взять ей 2 размера. Либо 38,5, либо 39. Я не знаю, какой подойдет. В общем, она сейчас закажет. Потом придет, померяет и выберет, какие ей понравятся больше. Вот, мы выбираем. В общем, у нас тут 38,5. Вот 39, конечно, взяла. Но там посмотрим, либо они маломерки, большемерки, я не знаю. А что если тут маломерки? 192 франка. Все, я сейчас закажу. Они придут через несколько дней, и она померит. Та, которая ей подойдет, пара, она оставит, а другую отправим. Тебе до скольки? До 3? Да. Маргарита уже убежала. У нее до 5. Потом она сказала, пойдет с друзьями на улицу, а потом уже придет домой. Я еще не упаковала ничего. Ты не проболталась ей? Нет. Нет? Она не в курсе вообще? Мне надо было за компьютером сидеть. А у тебя спорт? Да. Пока. Бегом, 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 бегом. Забыла в школу пойти. Будем играть в покер. Нет, мы, не покер. Мы играем в Уно. Бабушку будем учить играть в Уно. А как, надо же научиться-то. Нет, это такой антистресс. Вот ты вот так вот нажми, он будет щелкать. Да. Только, ну, нажимай. Ну. Да. Что дальше? Ну, дальше до конца. Все надо прощелкать. И все. И все. И все, в смысле?
Ну, это как антистресс. Все, классно? Потом уйдем, бабушка будет играть. Да что это? Вот еще одна. Смысл какой? Все просто. Теперь обратно их надо внутрь. Это когда у тебя стресс, в это играть надо, чтобы расслабиться. Так у меня целыми днями стресс из-за того, что от безделья с ума схожу. Вот теперь у тебя есть занятие. Да. Сколько карточек давать? Ты перемешала? Это да у нас скорость какую-то. Нет. Нет, и все. Не поняла смысла этого. Это называется поп-ит. Да. Simple Dimple. Смотри, она не может остановиться уже. Пока не надоест. Кто первый ходит? Каролина. Каролина, давай, ты самая маленькая, с тебя начинать. Когда вот такая, тогда что это? Это можно положить на любой цвет, и ты можешь сказать, какой цвет ты хочешь. Теперь у тебя либо три, либо любой цвет, ой, то есть цвет и любая цифра. Трёхи мне нету. Значит зеленую. Зеленая зеленый есть? Зеленый любой, да? Да, любой зеленый. Во, это две карты, Каролина, ты берешь. Ну, у Ксюши только зеленые. Так, зеленые мне нету. Четверка есть? Есть зеленые. А, есть, видишь, да, клади. Нет, я не хочу зеленую ложить. Ну, давай. Значит, о, все, на желтую поменяю. Каро, но. Ксюнчик у нас проиграл. Давай еще. Ксюнечик. Ну, карт. Это первое место, второе, я третье, Ксюша четвертое. А мало карт. Да, там не хватает. Да. Я же хотела еще тогда купить. А зачем снимаете это? Папа сказал. Почему? А, ну сейчас все же лето закончилось, все уже нам тень не нужна. Нужно быстренько убрать вот эту всю траву, чтобы у нас там ничего не сгнило потом. Но все равно здесь уже не будем сидеть. На террасе уже холодно. Да, этим летом мы вообще почти не пользовались террасой, и было холодно. Почти здесь вообще не сидели, не загорали. I saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. We had never... В общем, я поставила диван на место, где он раньше стоял, чтобы его зимой, да и осенью не заливало дождем и снегом не засыпало. И теперь по газону 2 недели желательно не ходить, пока это все не начнет снова расти, не топтать. Будем тыкву запекать с маслом, а потом с сахаром. Бабушка захотела. В общем, нарезала тыкву, я не чистила шкурку, так и оставила на пергаментную бумагу. Сверху сейчас сливочное масло, 15 минут 250 градусов и 15 минут 200 градусов, и все. И тыква наша испеклась. Сверху можно посыпать сахаром. Мы съездили, взяли суши. Маркуша захотела. И пиццу. Вот она готовится. Торт у меня уже готов. Немножко не хватило крошки. По традиции, по семейной. Так, зажигаем. У нас, конечно, свечек не 13, но... Ой, мама сейчас упадет тут. У нас, оказывается... Да, мы думали, что у нас есть тройка, у нас есть однерка, и а тройки нет. Короче, поздно мы среагировали. Ну, это мама поздно. Да. Видео, как мама поджигает торт. Поджигает торт. Давайте, раз, два, три. С днем рождения тебя. С днем рождения, Маргарита. С днем рождения тебя. Туши. Давай, загадывай желание. Thank you.
кусочек. Водичку? Мам. Кеуэо. Мне тоже такой. Танка. Смотри, какой ровный получился. Вау! Прям профессионал. Бонни, ты кто на место сел? Тоже тортик кушать будешь, да? Фарты. Ами. Ну, ты сначала открой, так неинтересно. Я. Интересный мир. Да, хорошо клюет. Какого мы белого цвета взяли? Да. Там были красные, там были красные, черные и белые. Мы белые взяли. Там есть, там должны быть запасные резиночки тоже. Там кто-то это... Говорит? Нет, там блеванул кто-то. Ты можешь подобрать самые маленькие. И у нее там другие есть. От бабушки Маргарита. От бабушки? Это же франшайз, молодец. Тут не заглядывай так, открой. Най, вот это Apple Watch. Шнелл. Какого цвета, как ты думаешь? Да. Ты уже все увидела. Ну что ты смотришь-то? Ремешок такой вот серенький. Потом по интернету можно любой заказать. Да. Вот они часть. Я думала, они сразу с ремешком. Нет. Они отдельные? Отдельно. Такой маленький. Я вас еще дарцу. Там были 40, 44, но 44 огромные вообще для крючки. 41 миллиметр. 41 даже, да? Да. Угу. Да, как и телефон. Вау. А как они надеваются? А почему здесь так много? Нет, это если вот этот тебе очень длинный. Вот, видишь? Ну, наверное, вот этот маленький ей нужен. Да, Маргуш? Ну, как цепляются они? Вот так они туда внутрь так. Так, видишь, вот так. Ну, все. О, включилось. Тима, вот этот сильно длинный, тот покороче. Если уже смотря у кого какая рука, толще или тоньше. У нас вся семья тогда будет. Бабушке тоже Apple Watch. Баб, тебе тоже Apple Watch? Не плакай. Крепко, крепко тебя люблю. Я рада, что на день рождения тебе такая. Они на пластмасках. Вот, подружка подарила коньки. С таким узорчиком. Прикольно. И куда теперь кататься идти? В ЦУК. В ЦУК? Я хотела твоей подружке тортик ждать. Ты забыла? Надо было ее отрезать. У нас вон половина еще осталась. Как мы съедим это все? Хочешь дичь? Ну, конечно, дичь. Надо же к царю. Я сначала подумала, что ей подарили обувь. Только я думаю, ничего себе, вансы подарили. Там оказывается... Конфеты. Ой! Вау! Вау! Тут коробочку, видите, они как украсились. Фотографии Минора, подружка. Фотографии. Наклеила разные. Вот. Так, он что тебе? Энергетик подарил? Опала. Айсберри. Но тебе нельзя энергетик. Еще один. А здесь самые радуга, лучшие, да? Они такие жевательные. Потом вот такие вот кислые. Sour. И чипсики. И чипсики. Вот шоколадка. А вот еще подарили Маргарите пенку. С чем она? Джуси манго. Ух ты, можно понюхать? Она реально манго пахнет. Лак для ногтей. Масочка для лица. Тут еще должна быть какая-то шоколадка. Вот еще какая-то коробочка. Мама, кто-то мне украл шоколадку. Макс, он тут все время шоколадку это... Искал? Нет, он всегда брал, потом я у него забирала и всегда туда ложила. И он ах, спасался. Он Макс такой, Макс. Макс забрал, видишь, он какой шустрый. Ты поздравления все прочитала? Mm-hmm. Да? Спасибо большое. Всем спасибо за поздравления. Все прочитали. Надеюсь, все прочитали. Сообщения, конечно, тяжело прочитать все. Те, кто нас отмечали, те, кто отмечали Маргариту, она все просмотрела. День закончился. Будем спать. Всем спокойной ночи. Всем еще раз спасибо за поздравления. Сейчас я еще раз просмотрю. Может, там какие-то новые появились. Поотвечаю. Сердечки поставлю. Пока. И мы отдыхаем.